Впервые брейк-данс Кирилл Чумаков увидел по телевизору, когда был совсем маленьким. Теперь, спустя много лет, он точно знает, что роль зрителя не его. А вот в кругу юноша чувствует себя уверенно. Мне прям вообще было года три, наверное, я увидел, как там тот танцует, и я сказала маме: «Мам, я так же хочу». Вот. И вот начал заниматься где-то с 7 лет. Большое желание научиться танцевать, усердные тренировки, и Кирилл один из участников реакции. В горках десятых фестиваль проходит уже в 9-й раз. Брейк, хип-хоп, паппинг, уличные танцы пользуются неизменной популярностью у молодежи. Я вижу Тверь, я вижу Владимир, я вижу Александров, естественно, Московская область, естественно, наш Одинцово, Одинцовский район, Горки 10, Успенская, то бишь. Круто, что приезжают еще другие города. И даже из Ялты, вот сегодня участник приехал из Ялты. Очень приятно, что Крым. Перед каждым участником стояла задача выйти в круг и не просто показать все, чему научился за время тренировок, а перетанцевать соперника. И тут главное не растеряться, а под незнакомый ритм вспомнить свои лучшие движения. Впрочем, новичков на фестивале немного. Даже самые юные уже имеют опыт участия в батлах, поэтому точно знают, что порадует строгих судей. Нормальные выходы, чтобы там без падений, без, без обломов всяких. Еще требуется уверенность, чтобы не стесняться. Судьям надо показать все, на что ты способен, показать, как говорит танцоры, свой максимальный скилл. Чтобы было понятно, это значит свой уровень и вообще наличие и технических элементов, и музыкальность, и в целом работа с публикой, и, естественно, перетанцевать своего соперника. Ведь батл – это момент, ты должен быть сильнее вот в определенном этом моменте. Все зависит от настроя. Кто заряжен на победу, тот побеждает. А настрой на победу был у всех участников фестиваля. Но, впрочем, не только за ней приехали в Горки 10-е любители уличных танцев. Возможность пообщаться, подсмотреть новые движения и получить опыт участия в батлах они стараются не упускать. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».